Всем привет, с вами Штейн, и сегодня мы с вами поговорим о подземелье «Могильная пучина». Как и всегда, обсудим механики боссов, достижения, награды и все возможные нюансы, которые помогут вам комфортно погрузиться в эту подводную бездну. Поехали! Итак, «Могильная пучина» — это второе подземелье нового дополнения «Затерянные глубины», которое отправит нас на неизвестный Абиссинский остров, где мы спустимся на само морское дно в огромный двемерский комплекс, кишащий нежитью. Основная награда за достижение тут — это простенькая эмоция-пузырь, копия пузыря, в котором мы будем передвигаться по дну в самом подземелье. Убив всех секретных боссов в пучине и втором подземелье дополнения Анклаве Земляного Корня, мы получим раскраску для лица. Пройдя же оба подземелья в ветеранском режиме, мы получим еще и яркую зеленую краску. Кроме того, просто за вход в любой из данжей подарят декоративного фиолетового краба-отшельника. Ну а если попотеть, в наличии традиционная пачка титулов за сложные достижения. За хардмод бездыханный, за трифект кулактавы, ну и герой могильной пучины за большую пачку ситуативных и фармовых ачивок. По шмоткам в данже фармится классический набор, три сета и монстр-шапка. Легкий, неотвратимость смерти обычными атаками копит заряды, за 5 зарядов активирует ауру, дающую персонажу великую силу, а его союзникам малую, увеличивая крит урон на 20 и 10% соответственно. Средний, хватка филактерии вешает дот на врага раз в 10 секунд. Если дот уже есть на цели, регенит 575 единиц запаса сил. Тяжелый, мамаша пангритов при блокировании бафает трех союзников малой храбростью на 10 секунд. Монстр сет подземелья прибрежный страж раз в 20 секунд при кувырке блокирует весь прямой урон на 1 секунду. Страничек мотивов пока нет, появятся через полгода после выхода и будут выпадать по стандартным правилам. Пройти могильную пучину в современных реалиях игры можно любым составом, и с хилером, и без. Но наличие хилера серьезно упростит некоторые моменты. Урона в данже прилетает немало. Гайд снят на примере классического варианта из танка, хила и двух дамагеров. Итак, данж построен по уже устоявшейся концепции. Всего три основных босса. Зато на каждом есть хардмод, а в самом подземелье спрятано три дополнительных босса с интересной улучшенной механикой лазеров по дороге, за убийство которых мы будем получать бафы, усиливающие группу. Мелочевка в данже вполне стандартная, все что побольше вроде призраков и капитанов усердно агрим, отворачиваем от группы, а активные навыки сбиваем и готовимся сбрасывать с себя страх. Из неприятного еще на поверхности маленькие гуары-пангриты будут вешать на рандомную цель ядовитую колючку, сильно травящую игрока. Ее нужно сбросить, прожав синергию, и желательно не союзнику под ноги. Танку можно забить болт, здоровье терпит. Теперь же к самому прохождению по порядку боссов. На самом старте подземелья после первых пачек мобов можно свернуть с основной дороги направо на пригорок и попасть на склад охраны. Там, прожав ручки управления, делать это нужно попарно и желательно одновременно, мы освободим первого дополнительного босса могильной пучины Мзугру охранного дрона. Бой с ним ничем особо не примечателен, стандартный двемерский центурион, разве что не стоит игнорировать призываемые им передатчики энергии, сливаем во избежание лишних смертей. Победа над дроном подарит группе баф на 10% здоровья и периодический щит, снижающий получаемый урон, что мягко намекает, что впереди нас ждет некоторая боль. И первая ее порция станет первый же основной босс подземелья, прибрежный страж. Это поджарая порция морепродуктов, очень проворна, может дать прикурить неподготовленной группе, но все же не сложна, если знать механики. А основной механикой нас познакомят еще до начала боя. На арене будет три дымящиеся дырки в земле, из которых будут лезть те самые травящие группу пангриты. Задача группы – закрывать эти нетехнологические отверстия, сбрасывая на них ту самую ядовитую колючку прожиманием синергии. Пангрит вешает колючку на игрока, игрок взрывает ей дом пангрита. Песочная идиллия. Сам босс бьет не сильно, но, повторюсь, он очень подвижный. Скачет по арене как в жопу ужаленный, разбрасывает и разбрызгивает вокруг себя кучу ядовитых кругов. Попутно призывает пангритов и те самые дырки в земле, которые надо закрывать. Периодически делает круги побольше и выборочно заражает игрока той самой колючкой. Этот игрок ищет ближайшую нору и скидывает подарок туда.
Ну и собственно в этом весь бой. Гоняем урепродукт по арене и лопаем норы бедных пангритов, пока полоска здоровья не иссякнет полностью. Хардмод картину принципиально не поменяет, больше яда, больше пангритов, больше здоровья у босса, ну и бьет все посильнее. Тяжелая атака босса станет побольнее, мимо блока не пускаем, ну и у него появится серия обычных, но болезненных ударов, взрывов по танку. Перехиливаем, сжираем стража и погружаемся в сам двемерский корпус. На первом же перекрестке поворачиваем направо и топаем к яркому красному барьеру. Включаем защитные системы и проходим небольшую, но классную полосу препятствий из лазеров разного вида. Первый прошедший этап игрок активирует нажимную плиту и отключает ловушки на пройденном куске для остальной группы. Лазеры забавные, и впервые на моей памяти используют и передвижение, и прыжки, и даже приседания персонажа в инвиз. Не прошло и 10 лет. Так, может, и нормальные джамп-пазлы когда-нибудь увидим. В конце полосы препятствий нас ждет второй дополнительный босс – паук-защитник Зевиан. Боевая машина плюется огнем, скачет по арене и пуляет во все стороны ракетами. После первого босса не больно, но выглядит и звучит внушительно. Красивый бой и еще один баф за победу. 10% маны и доступ к стоящим возле стенок в данже лазерам. Мы же топаем ко второму основному боссу, и это костяной колосс Варзунон. Сам по себе бьет средне, но обладает целым ворохом неприятных и местами забавных механик. У него сильная тяжелая атака, оставляющая длинную дорожку из дамажных кругов. Принимаем только в блок, в зонах не стоим. Кроме того, периодически босс поднимает руки и призывает яркие голубые тучки, из которых по игрокам лупят метеоры. Они лупят сразу по всей группе и бьют не по земле, а именно по игрокам. Уворачиваться смысла нет, нужно захиливаться. Разумным вариантом будет во время механики сбиться в кучу и позволить хилу эффективнее делать свою работу. Кроме этих двух противных атак, босс будет постоянно поднимать кучи мелких скелетов, достающих ДД. Игнорировать их не стоит, а то могут задавить количеством. Дальних танку лучше подтягивать, а ближних просто заводим под босса, чтобы подохли в ауе. Еще из опасного Варзунон будет кастовать огромный круг на земле. Группе стоит его оперативно покинуть, бьет больно. Танк может принять в блок, бежать все-таки от него достаточно далеко. Еще босс будет разбрасывать маленькие электрические круги с помощью скелетов-магов и большие отбрасывающие вихри. Ну, по возможности уворачиваемся. Самой неприятной механикой станут скелеты-жертвы, ярко светящиеся голубым и медленно идущие к боссу с разных сторон. Сократив расстояние, они прыгнут в босса и сольются с ним, увеличив его в размере и добавив силы его атакам. Их стоит сливать первостепенно, ибо если этого не сделать, босс отожрется в настоящего гиганта и сражение станет ощутимо сложнее. Но оно все еще будет проходимо, неожиданных ваншотов замечено не было, но больно, и, пожалуй, того не стоит. Но только если вы не хотите полюбоваться огромным колоссом, зрелище действительно внушительное. В общем же, не даем жертвам сильно кормить босса, не ловим тяжелую атаку лицом и захиливаем наступление тучек. Приятный активный бой, ну, по крайней мере, пока вы не включили хардмод. Он традиционно сделает босса жирнее и сильнее. Ощутимо сильнее. Хэви-атака будет делать 3 ряда дамажных кругов вместо одного, а сами круги будут выжигать сильнее. Также появится особо болючий круг с пентаграммой, стараемся вообще с ним не контактировать. Скелетов жертв будет в 1.5 раза больше, и бороться с кормежкой босса будет еще проблематичнее. Расти зараза будет в любом случае. Самой же противной механикой станут обычные скелеты-маги, которые теперь при любом удобном случае будут кастовать на игроков большой костяной кулак. Вырваться из кулака нельзя, и чтобы освободиться, группа должна разрушить его уроном. Здоровья-то у него немного, но в замесе боя даже этой паузы может не быть. Магов нужно сливать сразу, до начала их уроков костяного фистинга, во избежание красивых, прекрасных ваншотов. Наверное, стоит упомянуть, что у стенок в бою стоят те самые стационарные лазеры, которые мы можем активировать с помощью второго полученного в данже бафа, однако они дамажат так мало по времени и так криво расположены, что их влияние на бой минимально. Активируем, если совсем нечего делать. Мы стабильного применения им найти не смогли. Итого, лупим скелетов-магов, не стоим в кругах, перехиливаем тучки и стараемся хотя бы чуток меньше кормить босса жертвами. И рано или поздно великан сдастся. Собираем лут и топаем к последнему дополнительному боссу Пучин. Ищем на карте большой, висящий, писькоподобный отросток и топаем ломать головоломку. Она тут будет из 6 рычагов, которыми надо натыкать себе безопасный проход в электрическом минном поле. Если вся группа будет бездумно теребить рычаги, процесс затянется. Если делать одному, все очень просто. Наводим курсор на рычаг и видим, на поле белыми огоньками подсвечиваются зоны, за которые он отвечает.
Активация рычага либо включает ловушки, либо отключает легко и просто. Собираем себе змейку проход, отключаем защиту на том конце и топаем лупить двемерскую сферу Хралзак 9402-А. Сфера для приличия посопротивляется, плюясь электрическими кругами и сильно замахиваясь в танка, но после колосса опять же будет выглядеть просто детской двемерской игрушкой. Разбираем на сервоприводы и забираем последний данжевый баф на 10% запаса сил и быстрый его реген раз в минуту. Баф действительно крутой. Обмазываемся и телепаем к финальному сражению подземелья, перед которым нас развлекут красивой прогулкой в пузыре по морскому дну. Тешим внутреннего еврея, собрав моллюсков, спрятанных в углах. Не падаем с подводного обрыва и попадаем к хозяину местного банкета, Зельвраку Бездыханному. Убиваем его жирную зверюшку Колосса, стараясь не попадать под его тяжелую атаку с большим кругом, и приступаем к самому интересному сражению этого DLC. И механик тут не пожалели вообще, напихали на два подземелья вперед. Потопали разбираться. Разобраться, кстати, очень поможет тот самый аддон Combat Alerts. Он подсветит особо опасные атаки босса и добавит маленький таймер летальной механики шаров, о которых чуть позже. Итак, сам босс традиционно бьет танка не сильно, обычные атаки спокойно блокируются. А вот со всеми необычными имеются нюансы. Большой конус босса, хоть и вешает дот, выглядит безопасно и танка особо не пробивает. Но если от него не уворачиваться, он как бы сохраняется на месте и в следующий раз вместе с конусом от босса продублируется на старом месте. И будет дублироваться так до самого конца боя, сокращая безопасную зону для маневра. На обычном вете не страшно, зальется и так, на хэме же лучше уворачиваться даже танку. Вторая неприятность — это длинный каст страха, о котором Combat Alerts предупредит яркой полоской. В этот момент, чтобы не получить персонажа, бегущего от босса, схватившись за голову и помирающего от дота, нужно физически отвернуть его от босса. Делаем шаг назад, поворачиваем перса от босса и ждем каста. В спину он не сработает, и мы продолжим бой, не сходя с места. Далее наглый некромант будет заниматься каджетизмом и сворует способности у одного из членов группы. В зависимости от класса цели он получит новый навык, мешающий игрокам. Некромант подарит боссу взрывное костяное АОЕ, которое нужно блокировать, НБ научит новому доту, ДК огненным кругам, Варден ледяным, Чародей электрическим, ну а если у вас в группе есть Темплар и босс выделит его, на земле будет появляться новый. И это реально больно. Они большие, дамажные, их много. Темплар в этом данже вам друг не очень. Поэтому на нем и танкую. Следующая неприятность обычно касается ДД и хилера, и танка затрагивает только в том случае, если он каким-то образом потерял агр. Расщепление души, о котором снова предупредит аддон, повесит вам на панель синий дот, убьющий игрока через какое-то время. Чтобы его снять, нужно найти и пробежать через свою тень копию, которая обычно появится на противоположном конце арены. Забираем душу и возвращаемся в бой. Теперь же к самому веселому. Лучшая и худшая механика боя — это морские сферы, которые будут потихоньку спускаться с потолка на специальные платформы по краям арены. На ветеранке сфер 2, на хэме сразу 4. Так вот, если сфера коснется пола, группа мертва. Это 100% вайп. Чтобы отправить сферу обратно, ей нужно нанести прямой урон. Доты и наземные способности не помогут, выделяем в прицелы и даем конкретную плюшку. Плюшка отправит сферу обратно, после чего она снова начнет сползать вниз. Падает сфера ровно 10 секунд и обратно поднимается столько же. Соответственно, чем раньше мы тыкнем по сфере, тем раньше она вернется обратно. Так что в идеале ловить ее нужно на последней трети, что даст нам секунд 15 времени. Ну, в замесе, конечно же, как получится. Очень помогает таймер Combat Alerts, который показывает, сколько каждой сфере осталось до касания земли. В бою я ориентируюсь именно на него, хоть сферы и видно, и слышно неплохо. Рекомендую. В общем, выделяем следящих за сферами игроков и поручаем им не дать сферам доползти до земли на протяжении всего боя. Также неплохо будет поучиться этим заниматься танку. На хэме это его важная часть работы. Танк вообще это дело страхует, принимая непосредственное участие, вайпаться на сферах обидно. На хардмоде же, когда сфер 4, ему логичнее встать между двумя сферами и следить за ними самостоятельно, оставив ДДшкам две оставшиеся. Механика сложная, и пока группа не привыкнет, будут раз за разом складывать отряд. Итого, бьем босса, уворачиваемся от конусов, отворачиваемся от страха и не даем сферам касаться пола. Пока все выглядит просто. Переходим к процентным механикам. На 75-25% босс разделится на 4 копии, которые встанут на платформы и начнут кастовать больное непотребство. В этот момент группе надо тоже разделиться и занять место у каждой копии, сбивая ей атаки, пока ДД их не сольют.
Сильно мешать будут круги на земле, особенно если босс стырил ногу у темплара. Но это уже рандом, тут как повезет. Сливаем копии и можно будет бить босса дальше. На 50% босс воспылает и порвет души разом всей группе, отправив нас в черно-белое измерение. Там нам нужно искать свои копии тени и проходить через них, по аналогии с механикой расщепления души у ДД. При этом к боссу со всех сторон будут медленно плыть расщепленные души с мизерным здоровьем. Их очень желательно убивать, просто тыкая легкими атаками или кидая возле босса стены и ауешки. На души они работают. Ибо от этого будет зависеть сложность следующей фазы. Если группа, собирая свои копии, убьет достаточно расщепленных душ, босс после возврата в обычный мир призовет маленького дрыщеватого отранаха, который не будет мешать группе. Если душ убить мало, и босс ими как следует напитается, он призовет отранаха огромного, того самого колосса с начала сражения, который бонусом ко всем механикам будет мешать группе. Он жирный, бьет неприятно. Жить с ним все же можно, и даже большой страшный круг адекватно блокируется, но стараемся слить побыстрее и перейти к добиванию некроманта. Итого закрепляем, лупим босса, уворачиваемся от конусов, отворачиваемся от страха и не даем сферам касаться пола. На 70% сбиваем касты у копий, на 50% собираем свою душу и лупим чужие, чтобы вылез от ранах поменьше, ну и на 25% повторяем избиение копий босса. Ну и все. Обычная ветеранка, если сферы не пускать к земле, вполне себе хороший вариант скоротать вечер. Лазеры, натыканные по углам, снова расположены странно и малоприменимы, либо мы не смогли это применение найти. Если знаете, чем они могут облегчить бой, обязательно напишите. Видео выходит поздновато, и многие, знаю, эту подземку уже давно закрыли. Ну а мы топаем к хард-моду. На нем нас ждет все то же самое, только больше и жестче. Босс будет ворвать у игроков вторую дополнительную способность, теперь защитную. У темплара НБ и Варден это будет хилящий круг, из которого босса стоит вытащить. У чародея ИДК позаимствует щит. Ну а у некроманта призраков-хиллеров. Если видите, как какой-то призрак лечит босса, уничтожьте мелкую пакость побыстрее. Также на хардмоде под расщепление души будет попадать сразу 2 ДД. Ну а ненавистных морских сфер, ползущих полу, как я говорил, будет сразу 4. Танку на хардмоде, повторюсь, стоит научиться держать босса между двумя платформами и забирать на себя сразу 2 сферы. Надо привыкнуть к таймингам и держать их самостоятельно, оставив в группе 2 другие. Это позволит свободнее им перемещаться и страховать друг друга на механике расщепления. Умирать на хэме настоятельно не рекомендую, ибо пока игрок мертв, на его трупе будет висеть могильник, без конца спаунящий скелетов. Неприятно, встаем как можно быстрее. На механике копии все так же сбиваем каст своей и стараемся не отъехать от бесячих кругов. Ну и на 50% механика та же. Хардмод сложный, требует четких таймингов со сферами и хорошего урона на копиях. Дастся не каждой группе. Но благо, не каждый он и нужен, ибо специфических наград, кроме титулов, за ХМ разработчики давно не завозят. В общем же, могильные пучины — это очередной флагман зосовского данжестроения. Сложный, красивый, с новыми механиками и уже устоявшейся возможностью пролететь его быстро и по прямой, пронеся 3 основных боссов без усложнений и прелюдий. Если вы еще тут не были, рекомендую. Ну и даже не из-за шмота, а из-за атмосферы. Море, две миры и орды нежити. Все как мы любим. Ну а на этой латунной ноте у меня на сегодня все. Пишите, что вы думаете по могильным пучинам и как вам прекрасные падающие на пол сферки. Ну или лазеры корточные, как по мне, банально, но прикольно. Пишите о моментах, которые я мог упустить, ну и о DLC в целом. Огромное спасибо, что смотрели это видео, продолжение цикла уже рядом. Ну и конечно, не болейте, не скучайте. До скорых встреч! Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. Artificial love.